Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Алена. Сегодня мы в магазине Fix Price. Это Балашиха, проспект Ленина, 81. Давайте с вами посмотрим на новинки этого магазина, что здесь есть. Не видела еще вот такие ободки. Вводили с Новым годом, 83 рубля они стоят, такие красивые звездочки. Здесь же елочки, снежинки в двух цветах. И еще я здесь не видела вот такие вот наборы. Выращиваем ель. 87 рублей. Ну, мне кажется, ничего не получится. Мои голубые елки все потихонечку погибли. Как я ни старалась их сохранить. Елку вырастить, конечно, да, из семечек очень и очень сложно. Отдел с декором для дома. Вот такие вазы скиф. Симпатичная, кстати, вазочка. Внутри вроде как обливная, да, 249 рублей. Рядом вот такая ваза Golden, 299 рублей. Тоже мне качество нравится. На полочке выше снова куриные ножки. Это подставка для аксессуаров, называется она Beauty, 299 рублей. Все остальные подставки мы с вами уже смотрели здесь. На полочке ниже еще не видела вот такие тарелки. Называются они Румбум, 174,50 для аксессуаров. Цвета разные, выбирайте. Это доломит, девочки. Ваза Джанко. Есть шовчик, но в целом хорошая стеклянная ваза. 249 рублей. Еще вот такая в темном стекле. У нас, видите, хорошо их разбирают. Так же, как и вот эти вазочки. Тоже Румбум. Два цвета здесь. 299 рублей. С кисточкой. Девочки, если хотели вот эти свечи за 149 рублей, тут они есть в наличии. Пожалуйста, приходите, забирайте. Так, мы еще не видели с вами вот такие фигурки. Фрукт Gold, мы их смотрели с вами в ярком, ну, по-моему, вот таком вот металлическом цвете, золотом. А здесь получается такое матовое покрытие. Стоит такой фрукт 199 рублей. Яблоки и груши, золото и серебро. Также вот такие фигурки гранат новые. Есть просто фигурка. А должна быть еще вазочка. Вот вазу я не вижу. Два варианта граната. Открытый с семечками и вот такой вот закрытый. 199 рублей. Также привезли много фонариков. 299 рублей. Можно какие-то композиции делать или банально поставить свечку. Банально. Все равно будет очень-очень красиво. Такие подсвечники мы с вами тоже уже видели. Румбум серия. И мне очень-очень нравится вот эта фоторамка. Но стоит она 400 рублей. Все, никак не разорюсь. Ну, очень классная. Какие-то новые ароматы для дома. Я таких не помню. Черные орхидеи, аромадиффузор. Черные палочки. 249 рублей. Посмотрим с вами, какие еще есть варианты. Нектар манго. Философия уюта. Философию уюта я помню. Да, уже немножко другая коробочка. То есть здесь получается два варианта. Вот такие два аромадиффузора. Других больше не нашла. Коллекция селективных ароматов. 40 миллилитров. Через упаковку слышится аромат. Мне с манго понравился. Но орхидея тоже неплохо пахнет. Здесь же у нас стоят вот такие декорации. Импрессио. 249 рублей. Декорации вот эти в двух вариантах. И корзины металлические, настенные. Подойдут для хранения газет, журналов. Золото и черные. 299 рублей. А вот они, вазочки гранат. Смотрите, одна внутри белая, а вторая вот такая вот красная.
Но это доломит, видите, тут тоже уже все отбито, поэтому выбирайте и очень осторожно с ними обращайтесь. Ваза стоит 199 рублей. Последний остался распылитель 249 рублей под медь. Вот такой цветочек тарелка декоративная. 249 рублей. И еще вот какая интересная декорация. Мне почему-то кажется, что тут не хватает какой-то вазочки. Ну или горшка, чего-нибудь. Вот такая вот декорация сухоцветы. Варианты у нас разные. Я вижу три. Такие композиции стоят 249 рублей. 69 рублей резинки новые. Два варианта и в комплекте две резинки. Цепочка тяжелая. Расчески. Снова такие вот а-ля Tangle Teaser. Разного уровня щетины. Красиво переливаются. И цвета также разные. Есть еще серые и бордовые. Издалека на полочке казалось, что это бордовый цвет, но нет, вот такая яркая розовая расческа. Повязки для волос 133 рубля, очень красивые, спокойные цвета. Есть просто белые. 99 рублей складные расчески с зеркалом. Такая классика. Три варианта на выбор. Хорошая акция, расческа для волос. Вот такая. 99 рублей. Здесь в составе полипропилен, АБС пластик, нейлон и также натуральная щетина. Три цвета на выбор. Четыре все-таки цвета. Есть еще вот такая голубая расческа. Из этой же коллекции есть вот такие расчески. 149 рублей. Здесь два цвета осталось. Косметичка новая. По цветам есть сердечками черная, голубая с геометрией. И вот такие еще есть косметички, тоже им под стать. 249 рублей они все стоят. Вот такая еще. Можно прям целый комплект собрать, ведь это все одна коллекция. А вот они размеры. Еще есть вот такая косметичка. Ну, это вот она же. С сердечками. Вот такой вариант. Четвертый. Здесь она, наверное, немного грязная. С сердечками. Обновленный спортивный валик. 299 рублей. Бальзам для рук. Ручка Спас с маслом жажоба. Овечье масло. Интересная упаковка. Содержит жирные эфирные масла, а также комплекс витаминов. Для восстановления нормального состояния сухой, потрескавшейся, травмированной и воспаленной кожи. Производитель спецмазь, мы с ними уже знакомы. И также здесь в составе бальзам Шустера. Есть еще вариант, вот такой вот, от Шостаковского, для пересушенной кожи рук. Состав поближе вам. Крем для лица Мега Арктик с омега-3, омега-6, омега-9. Еще вот такой вот вариант с мочевиной. Крем такой стоит 79 рублей. Производитель Московская область, город Видное.
Пилинг-маска для лица от Чистая Линия с витамином В3 и АХА-кислотами. Мягкое отшелушивание кожи без раздражения. Подходит для всех типов кожи. 79 рублей. Рядышком еще скраб есть, но его мы уже смотрели. Маска-скраб. 59 рублей. И от Хималая приехал снова питательный крем для рук. Масло семян моркови, витамин Е. Производитель Объединенные Арабские Эмираты. Вот на этот крем очень хорошие отзывы. Спрашивают, для чего. Ну, в основном, конечно же, для рук, так как он для доения. 59 рублей, 250 миллилитров. Смотрите, какой веселый бальзам от Юки-Токи. Клубника. Здесь вариант ежевика со змеями. И манго. 79 рублей, 4 грамма. Какой симпатичный набор, 133 рубля. Набор кремов. Здесь сакура, ромашка, роза, олива и авокадо. 30 грамм, 5 упаковок. 133 рубля. Очень красивый набор. Новинка в детском отделе Шаума. Это шампунь и гель для душа специально для волос и кожи детей. Нежный бережный уход с экстрактом голубики. Здесь 350 миллилитров. Слушайте, а состав-то какой хороший. Мне нравится. Даже цинк есть. 149 рублей. Без силиконов, без сульфатов, без парабенов. Зубная паста «Лесной бальзам» гелевая, со вкусом клубники. Бережно очищает от налета, защищает зубки от сахара, укрепляет эмаль. Паста с года, но, к сожалению, содержит фтор. 79 рублей. Капсулы для стирки от нашего уже полюбившегося всем бренда «Сила Мэджик». Здесь 14 капсул. Посмотрите, какая миниатюрная упаковка. Вот я ее держу на ладошке. 112 грамм, я так полагаю, здесь концентрированные капсулы. Да, все правильно, без фосфатов, без оптических отбеливателей, так что могу порекомендовать. 149 рублей. Очиститель стекол, концентрат, минус 70, но если мы разведем, конечно, уже не будет минус 70. 299 рублей. И вот таким вот образом необходимо разводить. Если хотите не ниже 34 градусов, то один к одному. Гель для стирки от Vistar сохраняет фактуру ткани. И как бы его достать? А вот так. С ароматом орхидеи, полностью выполаскивается и подходит для ежедневной стирки. Здесь 3 литра, 299 рублей. Стирать можно при температуре до 60 градусов. Рядышком вот такой вот гель. Здесь тоже до 60 градусов, на 120 стирок он рассчитан. 3 литра, 299 рублей, тоже новинка. Биолан приехал, яркий цвет. Праздник чистоты, он у нас еще пока бесценный. Здесь можно стирать также до 60 градусов температура воды. 1 литр, 100 миллилитров, 14 стирок. Биолан стоит 149 рублей. Защита белья от окрашивания плюс пятновыводитель. 99 рублей, вот такие салфетки. От Грасс средство антиржавчина для сантехники. Экономичная формула, удаляет солевые и известковые отложения. 680 миллилитров, 133 рубля. Универсальный чистящий крем. Выгодная уборка. 500 миллилитров, чистит до блеска и не царапает. Цена этого средства 69 рублей. Как же сейчас приятно пахнет в магазине. Он находится над Пятерочкой, а в Пятерочке сейчас пекут очень вкусные пирожки. Формула распознания грязи, лимон актив, новый сив, крем с микрокристаллами, 149 рублей, такого я еще не видела. И вот такой мастер эффект, я брала для ванной комнаты, осталась им довольна. Теперь есть еще универсальное чистящее средство для кухни от жира, нагара и копоти, 79 рублей, 500 миллилитров. Сорти с ромашкой,
по двойному ценнику. И посмотрим с вами, что еще есть. Снова привезли House Herz. Вот такое средство для мытья посуды, 650 миллилитров. И новый мастер-эффект, такого я еще точно не видела. Блеск стали, сила и скорость вашей уборки. Для нержавейки, для смесителей, раковин, кастрюль и сковородок. 99 рублей 500 миллилитров. Гель белизна пока бесценная, два варианта у нас. Многофункциональное средство, даже не два, а три. Зеленая упаковка, голубая и красная. И, по-моему, они ничем не отличаются. 100% результат. Фонарь светодиодный с кабелем USB. Есть достаточно большое обширное руководство по эксплуатации. Время работы от полного заряда до 2 часов. Вот такой вот интересный фонарик. Часы здесь еще есть, глазастые. Привезли много нового мыла. Вот такой вот кусочек от Невской косметики. Таинственная лаванда. 83 рубля. Кусочек 180 грамм. Рядышком вот такой вот японский сад. Любовь и радость. Через упаковку все мыло пахнет достаточно вкусно. Второй вариант – любовь и чистота. Все вроде как. Да, два варианта. Такое мыло стоит 43,50. И здесь кусочек 90 грамм. В составе диоксид титана, для кого-то все равно, для кого-то нет, но предупредила. Снова приехала вот такое классное мыло от бренда Magic, классическое в этот раз, антибактериальное действие, удобная форма, очень приятно таким мылом пользоваться за счет вот этих пупырышек. 39,50, кусочек 90 грамм. По поводу вот этого мыла в телеграм-канале я девочкам скидывала фотографию, в каком состоянии сейчас руки у моего сына. Не рекомендую ни в коем случае. Оно очень сильно сушит руки. Если я, например, после мытья рук всегда у меня такая уже привычка из-за того, что руки сухие, кожа сухая, всегда пользуюсь кремом, у меня как бы нет такой проблемы. А вот сын кремом не пользуется, у него облезла кожа с пальчиков, с подушечек. Вот, поэтому не рекомендую, не берите, не тратьте 79 рублей на вот такое ужасное мыло. Есть новинка еще вот такая, смотрите, коробочка классная. 100 грамм кусок. Эвка косметик с маслом ши и маслом семян жажаба. Такое мыло стоит 87 рублей. Здесь 100 грамм кусочек. И палмолив. Посмотрите, такого я еще не помню. Роскошь масел. Масло миндаля и камелии для лица и тела. Такое мыло стоит 69 рублей. Кусочек 90 грамм. Жаль, не получится открыть, посмотреть, какое там мыло. Здесь все просто заклеено. Но в качестве подарка, я думаю, вполне можно взять. Зубные щетки в упаковке 3 штуки. Средней жесткости. Классические щетки. 69 рублей, это красный ценник. Смотрите, какая замечательная упаковка. Салфеток от бренда Плюше. 99 рублей, 230 листов, 2 слоя. Такую я еще не видела. И милейшие платочки от бренда Лилия. В упаковке здесь 6 упаковок по 10 платочков. Покажу вам, какие у нас сейчас есть шторки для ванны. Они выполнены из полиэстера. 180 на 180. Здесь морская тематика. Такие вот у нас сейчас интересные. Однотонные еще тоже есть. 299 рублей. А есть за 199 рублей. Белые тоже полиэстер. Кольца в комплекте здесь и здесь. Стойка на стол. Такая симпатичная.
Стойка стоит 349 рублей, у нас осталась только в сером цвете. Предположу, что была еще и в белом. И посмотрите, какие замечательные тут органайзеры. Пластик полипропилен, пятерка. То есть, в принципе, можно использовать для пищевых продуктов, но значка специального нет. Вот они размеры, три цвета на выбор. И рядышком стоят органайзеры побольше размером. Вот такие. Пластик очень прочный. Мне понравились эти органайзеры. Сейчас пойдем узнавать с вами цену. А пока покажу вам вот такие вешалки. Посмотрите, какая прелесть. Они металлические, с деревянной перекладиной. С широким плечом вешалка. Есть вот такие вот поштучные вешалки. И есть для брюк. Они как идут? Тоже по штуке, да, просто зацепились друг за друга здесь. Также вешалка металлическая, с деревянной перекладиной и клипсами для брюк. Прочная, хорошая, мне понравилось качество. Вешалки стоят 124 рубля и для брюк, и вот такие вот широкие. А органайзеры большой стоят 174,50, а маленький 116 рублей. Девочки, кто хотел собрать вот эту коллекцию вот этих книг «Королевская кровь», пожалуйста. У нас есть 5-й, 6-й том, обычно во всех фикс-прайсах до 3-го, 1-й, 2-й, 3-й. То есть привозят снова, видите, ловите. Очень интересная серия. Жду не дождусь, какую, 12-ю, по-моему, книгу. Прям вот жду не дождусь, когда же она выйдет. Автор, я ей писала лично в ВКонтакте, она мне лично ответила, что книга ожидается через год. То бишь в 2025 году, да. А вот такая новая книга Мариана Запата, не знаю, правильно, «От Лукова с любовью». 18+, будьте внимательны. По ценам даже не сориентирую, потому что, ну, они уже настолько все разбросаны. Здесь проще вам понравившуюся книгу отнести на кассу, и вам там скажут, сколько она стоит, потому что цены здесь от 149 рублей до, вот видите, уже 349 рублей. Тоже 18+, вот такая книга. Это все новинки, я таких не видела. И еще общим планом покажу. Тоже все новинки. Вот это вот «Сквозь туман», «Не гонись за оценками». «Малахольный экстрасенс», «Магия утра». Таких книг я еще не видела. Это тоже все новинка. И вот на этой полочке тоже новое для меня название. Видите, 174,50, 149 рублей. Общим планом, вот видно все названия книг. Может быть, вы что-то искали или чем-то заинтересуетесь, приходите, выбирайте. «Русский язык», наглядный школьный курс. Так, мы смотрели такую серию, да, по 199 рублей, помню. Книги 249 рублей для деток. Вот эти книги хорошие. О, есть календари, сейчас будем смотреть. Надеюсь, найду квартальные. Очень хочу купить квартальный календарь. Мы только таким и пользуемся. И вот такие книги здесь. «Паровозик из ромашкова», «Винни-Пух». Классика, классика. Хорошие книги, 249 рублей. Календарь указано квартальный, 149 рублей, но это не квартальный. На спирали тоже 149 рублей. Настольный 62, вот этот получается большой, который держу в руках, 149 рублей, а вот эти малыши по 62 рубля. Посмотрим, что здесь есть. «Москва-Сити», какая прелесть, красивый очень календарь. Ну вот этот тоже, конечно, красивый, с лисичкой. Сзади можно посмотреть, какие будут картинки на весь год. Давайте еще вот этот мы тоже с вами посмотрим, вот эту красоту. Прелесть. И давайте посмотрим еще вот эти большие. Куда бы их класть, чтобы они мне тут не падали. Тоже красота. Лунный даже календарь.
Я думала, тут будет для садоводов. Но нет. Вот такой вот с лисичкой. Все отсвечивает, плохо видно. Стараюсь как могу, ребята. К сожалению, квартальных нет. Видно, уже разобрали. Очень-очень жаль. Буду искать в других фикс-прайсах. У нас большой завоз картин по номерам на холсте. Смотрите, тут и собачки. А еще собачки. Вот такие классные. И вот такой вариант. Море, закат, красота. И кошки. Ой, какая прелесть. Мне нравится определенно леса. В общем, приходите, выбирайте. Видите, сколько их тут много. Это Лори. Ух, наша девчачья тема. Парфюм, цветы, красота. А тут маки. Все, глаза разбежались. Картина стоит 249 рублей. Выбирайте. Футболки для девочек. Размеры разные. 100% хлопок. Кыргызстан с ладошками. Вот такие рукава. Футболки стоят 174,50. Хлопок тончайший, но приятный. Стирать надо очень аккуратно, мне кажется, только руками, чтобы не перекрутило, потому что тонкий хлопок очень. Новые шапки. Таких еще не было. Размер 52-54. Это детские. Акрил 100%, и внутри они утепленные. Цвета разные, разнообразные. Красная какая прикольная. Шапка 299 рублей, я так понимаю, или 249 рублей. Вот и как тут понять? 836. Да, 836, и правильно, 300 рублей стоит эта шапочка. Эхо-микрофон. 105 рублей сейчас, хорошая скидка, 149 рублей без скидки. Что же он может? Добавим к твоему голосу эффект эхо. Батарейки понадобятся, я так понимаю, конечно же, в комплект они не входят. А G3 входят в комплект, все хорошо. Цвета разные, девочки, выбирайте, мальчики тоже. Также снова приехал вот такой конструктор, модель человека, 399 рублей. Мне сын очень нравился, но он сделан, к сожалению, из полистирола. То есть, как наглядное пособие для более старших детей можно смело брать. Мой сын немножко все поломал. Внутренности из хорошего пластика сделаны, а снаружи полистирол. 399 рублей. Наверное, куплю, но не сегодня. Чуть попозже. Сын уже подрос, уже можно снова взять. Вот такая новинка. Игрушка 3D-пазл с подсветкой. Ой, помните, в прошлом году мы все покупали вот такие конструкторы музыкальные, 279 рублей. А сейчас что-то новенькое, прям театр. Япония, Токио, варианты разные. Китай, Пекин. И тут, смотрите, какая хорошая скидка, если у вас есть карта Фикс Прайс. 249 рублей без карты, 175 по карте. Цена сказка. Робот-трансформер, тоже какой-то новый, я такого не помню. Периодически появляются всякие роботы. Здесь, видите, кит. Кит, акула. Преврати фигурку в робота. Стоит такой набор, такой трансформер, 229 рублей. Новый фингерборд, но он пока бесценный. Трюки на обороте 6+. Есть. Для ремонта всевозможные запчасти, даже отвертка маленькая. Цвета разные. Тут уже кто-то увел. Одна картонка висит без фингерборда. Конфеты любимка, карамельный топпинг. 69 рублей, 190 грамм. Вот такие еще конфеты интересные. Хит микс, мультизлак со вкусом шоколада. 83 рубля за 300 грамм. Новогодний подарок от Bon Paris Nuts Nestle. 349 рублей. Он стоит здесь 421 грамм. Сканируйте и играйте. Состав. Нажимайте на паузу, изучайте, что уже входит в состав
этого набора. Рядышком есть вот Milky Way, вот такой вот набор. И, друзья, 199 рублей. Twix, Skittles, Snickers, Bounty. Упаковка 211 грамм, 199 рублей. Fresh Pie от Orion. Мне вот нравятся эти пирожные, они достаточно вкусные. Вариант апельсин. 169 рублей по карте, 174 рубля без карты. Есть Choco Pie с вишней и Fresh Pie клубника малина. Помидоры нам привезли. Вот такие вот с грядочки, томаты. Пока они бесценные. Есть лечо по-болгарски, 99 рублей, 520 грамм. Ой, что-то тут пошло не так. Ну, икра, она давно в продаже, 59 рублей. Икра, кстати, хорошая, я бы порекомендовала, мне нравится. Двойные ценники на чай в пакетиках и пирамидках. Кофе Чиба Gold Mocha. Инновация спрей технология. Насыщенность 6 зерен, 189 рублей по карте. Смотрите, какие тут появились новые батончики. Nut and Go, 34 грамма, 36 грамм. То есть разная масса, я так полагаю. Карамель. Вот такой вот вариант. И вот такой миндаль, кокос, карамель. А здесь почему-то по-русски не написали. С морской солью. Что такое алмонд? Надеюсь, правильно прочитала, не знаю. Так, глюкозные сиропы, сахар на первом месте. Дальше растительное масло. В общем, понятно. Стоит пройти 35-50. Бутылки какие хорошие с дозатором для масла. Два цвета. Объем 480 миллилитров. И тоже с хорошей скидкой. К сожалению, я огорчилась покупкой одной вот такой вот бутылочки. Она у меня постоянно подтекает снизу, постоянно образуется там лужа. Так что будьте внимательны, видите. Кто-то мне написал, может быть, вы много масла наливаете. Нет, масла там уже оставалось чуть-чуть, и все равно оно текло. Носик постоянно подтирали, то есть, ну, вот как-то снизу все равно через этот материал, где нет глазури, вытекало масло. Очень жаль. Бутылочки-то разные. Одна квадратная, другая круглая. Ложки, вилки новые. Посмотрите, какая прелесть. Фейные вот эти вот маленькие, 55 рублей стоят. Вот. Новые из нейлона. Такие кухонные помощники. 43 рубля. Здесь ставки из термопластичной резины. 33 сантиметра. Лопатки. Смотрите, с зубчиками. Есть вот такие еще лопатки, половники со сливными носиками, под вшей, под правшей, тоже 83 рубля. Все остальное мы с вами уже видели. Какие интересные новые жестяные баночки. Вроде хорошие, плотные. Литр 350 миллилитров. Какая кухонная тематика. Растительная тематика. И еще вот такой вот вариант. Какой вам больше всего понравился? Мне вот эти два. 99 рублей банка стоит. Бамбуковый крючок 5 на 5 сантиметров. Самоклеющийся. 69 рублей. Только черные. Новогодние полотенчики вот эти красивые здесь тоже есть. Есть даже еще и летние. С вазами. Вот такие полотенца 50 на 90, 349 рублей. Мне нравится. Кажется, впитывать будут хорошо, такие жесткие. И общим планом, что еще здесь есть у нас по полотенцам? Есть 110 на 70, вот такие 50 на 90. И малыши тоже 50 на 90 и 50 на 60. Здесь еще практически в полном сборе золотая коллекция. Вот не нарадуюсь я на эти контейнеры. Купила, очень мне нравится. Конфетница еще есть. Есть вот такие баночки.
Даже стаканы есть. Четыре штуки ждут своего хозяина, своего обладателя. Так, что-нибудь новенькое. Поднос вращающийся. Вот его я еще не видела. Какая прелесть. 25 сантиметров. Но видите, надо выбирать. Я не люблю, когда вот эти вот склейки видны. А так, вещь хорошая. 199 рублей. В кружечках вроде как тоже ничего новенького. Да. На этом я с вами сегодня буду прощаться. Спасибо, что вы были со мной до конца. Надеюсь, что мой обзор был для вас полезным и интересным. Что-то для себя подобрали, присмотрели, загляните в магазин Fix Price и сможете все-все приобрести. Берегите себя и своих близких, не забывайте о лайках, подписывайтесь на канал, чтобы не теряться. Я теперь есть практически во всех, на всех площадках, и Рутуб, и ВКонтакте, и Дзен. Поэтому все ссылочки в описании к этому видео. Проходите и подписывайтесь. До новых встреч, пока-пока.